Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня будет видео на мой очередной поход в магазин Fix Price. Точнее, видео о покупках. Очень много я там всего интересного нашла, хочу с вами сегодня поделиться. Надеюсь, кому-то будет, так сказать, идея, что можно еще приглядеть там интересного. Итак, начнем. Ну, наверное, начну я с первого. Сегодня такой необычный маленький формат у меня. Я разложила все это на более большой плоскости. Более большой, так странно звучит. Ну, в общем, надеюсь, вам будет все видно. Итак, первое. Первое – это вот такие вот обалденные салфетки. Здесь две в наборе. И это салфетки 3D. Сейчас, возможно, камера до конца не передаст, но вот, надеюсь, сейчас вам видно хорошо. Смысл в том, что лимончики реально выглядят так, словно они... Вот как-то сверху прям так хочется прям взять. Очень-очень так они классно выглядят. Две эти салфетки взяла просто потому, что каким-то чудесным образом я постоянно умудряюсь... Резать хлеб без досок, хотя уже столько их много всяких разных разновидностей, но вот чего-то мне как-то все время это не сподручно, что ли, и я не беру. Но вот с этими салфетками, думаю, проблема решится. Они очень удобные, я думаю, вам будет видно, какого они качества. Такие слегка пластиковые, что ли, ну классные. И сейчас камера их показывает чуть-чуть светлее, чем они есть на самом деле, не знаю, будет ли видно, но они гораздо ярче, имейте в виду. Это такие вот апельсинчики, не лимоны, да, кстати. Дальше, смотрите, какая обалденная вещь. Это у нас такой вот... Вот, сейчас видно, да? Это на самом деле стаканчик. Походный стаканчик. Это дно. То есть, ну, вот так вот закрывается он целиком. Здесь у нас открывашка, я так понимаю, для пива. И я специально для чистоты эксперимента налила сюда воду, для того, чтобы вам показать, что он нисколько не пропускает. Обалденная вещь. Это складной стакан. То есть, работает он каким образом? Сверху вот так берете, хоп. И он складывается. Сверху все это закрывается крышечкой. Шикарная вещь в любой поездке, я думаю, более чем нужная. И называется он вот так вот, стакан складной туристический. Обалденно, просто обалденно. Дальше я себе приобрела еще вот такой вот наборчик. Вообще, знаете, в магазине Литуаль, например, да, продаются вот такие вот наборы. Это такие travel набор. Здесь вот так вот косметичка, она открывается. И здесь три вот таких пустых флакона. Ну, например, не знаю, шампунь там... какое-нибудь молочко для ухода за телом. И вот здесь с дозатором одна такая вот емкость. Значит, всего здесь три. Три емкости по 100 миллилитров. Надеюсь, вот так вот вам будет видно. По 100 миллилитров. Соответственно, ее легко можно брать с собой. Что-то туда, какие-то свои любимые уходовые средства наливать. И транспортировать с собой. Очень удобно. Литраж удобный. Вообще, классная вещь. Нужная, особенно летом. Перед тем, как вы собираетесь в отпуск. Да. Ну, как обычно, не устояла я и приобрела себе очередной набор наклеек для ногтей. По-моему, шикарный. Здесь вот такие вот очень интересные рисунки. Особенно мне, кстати, нравится вот этот вот леопардовый, так сказать. Ну, классная вещь просто. На лето не заморачиваться, легко можно с маникюром. Дальше еще покажу вот такую интересную штуку. Много у кого видела, но как-то в нашем магазине мне не встречалось. Это такой светильник декоративный. Это, знаете, такое вот напоминание а-ля 90-е. Вот в те годы, мне кажется, у всех в доме были вот такие вот светильнички. У меня что-то такое вот, не знаю, состояние ностальгии, что ли. Захотелось мне снова эту штучку приобрести. И, собственно, что я и сделала. Еще я увидела там вот такую интересную вещь. Некоторое время назад, по-моему, в фильме «Секс в большом городе», последняя часть, в руках Саманты было нечто подобное. Когда они как раз были, по-моему, в Дубае, да, если не ошибаюсь. Смысл в чем? Вот это маленький вентилятор, который работает... Вот он называется, мини-вентилятор. И он работает от двух пальчиковых батареек. Вот сюда они заправляются, и все отлично. Оттенки там самые разные. Есть розовые, голубые, там еще какие-то. Ну вот мне все нравится такое солнечно-желтого цвета. Да, вот такой я маньяк. Еще приобрела себе вот такую вещь. Это такой флеш-переходник USB. И что бы вы думали? Ну вот таким вот образом он выглядит. Вообще, мне кажется, такая вещь всегда нужна в хозяйстве. Плюс он здесь еще и вот так вот удлиняется. Не знаю, будет вам видно хорошо или нет. Но вот на инструкции, по крайней мере, это изображено. Что его можно вот так вот вытягивать. Еще что я интересного купила. О, ну, конечно, я не могла обойтись без вкусняшек. Куда же без них. Сейчас попробую вам сфокусировать и показать, насколько это красиво. Это просто нереальной красоты шоколадки. Что бы вы думали, это шоколадки. Это у нас такой набор... Молочный шоколад, вес общий, я так понимаю, 75 грамм, 5 штучек по 15 грамм. Обалденная вещь. Ну, единственное, что производитель, вот здесь, не поверите,
Польша. Представляете, это польские шоколадки. Ну, просто обалденные. Я ничего подобного никогда не видела, и мне очень захотелось попробовать. Плюс они так аппетитно и красиво выглядели. И, знаете, здесь такие как бы мини-пожелания. Only you, best wishes. Я так понимаю, только ты с наилучшими пожеланиями. With rices, я, к сожалению, не знаю, как переводится. For you, для тебя. И sunny day, это, я так понимаю, солнечный день. Ну, здесь, наверное, with rices, может быть, имеется в виду с цветами, что-нибудь с розами. Не знаю, здесь как бы ничего не сказано. Единственное, что, кстати, здесь есть все-таки Ешка, как вы видите, Е476, так что это не супер полезные шоколадки. Но, тем не менее, здесь якобы есть арахис, чего-то еще. Ну, надеюсь, они мне понравятся. В любом случае, интересно выглядит, надеюсь, что будет не менее вкусным. Так. Вот так вот еще раз фокусируемся, показываю вам, как эта вся красота выглядит, по-моему, шикарно просто. Итак, дальше. Вот такую вот вещичку я себе купила, столько много сегодня всего, хочется вам показать. В общем, это подтарельники, здесь 25 штук, называются смешно, конечно, перышко. Смысл в том, что это вот такие вот крупные салфетки. Здесь реально 25 штук, и я взяла себе вот такой вот узор. Просто, удобно, можно положить с собой, например, куда-то в поездку и на природе там что-то как-то положить. Вообще удобно, да и дома, в общем-то, наверное, так же. Совсем маленькие вот эти вот салфетки, они не всегда удобные, а вот такие штучки очень даже пригождаются. Неоднократно уже с этим сталкивалась. Ну и, наконец, то, зачем я, собственно, ходила в магазин. Вот об этих штучках веселых я вам говорила в прошлый раз. Очень я хотела их приобрести, но их не оказалось к моменту моего прихода. Это такое ситечко для заваривания чая. По-моему, обалденно веселая вещь. Посмотрите, какая классная. В общем, смысл в чем? Вот здесь вот это все дело вот так вот открывается, сюда засыпается заварочка. Это все чудесным образом закрывается. Я даже одной рукой могу закрыть, посмотрите, насколько это удобно. И все. И вот эта вот штука, она находится у вас в кружке. Вот эта вот веселая вещь болтается сверху. И, по-моему, это супер весело, классно и вообще. Оттенки там самые разные. Есть, опять же, розовые какие-то, синенькие, по-моему, были. Но вот мне больше нравятся такие неоновые оттеночки, поэтому, по-моему, супер. Дальше покажу вот такую интересную вещь. Я думаю, все уже приобретали себе нечто подобное. Мне вообще нравятся вот эти вот хрустальные бусинки, они так классно переливаются. А вообще, это, наверное, для меня самый интересный и удобный вариант резиночки, потому что... резиночки для волос, имею в виду. Потому что... ну, она вот как бы спрятана вот в этой ткани, и... Может быть, это, конечно, иллюзия, но мне кажется, что она наименьший вред приносит волосам. И вообще, ее оформление такое, на мой взгляд, вполне нейтральное, такое не слишком-то кричащее и... Ну, пригодится, однозначно пригодится. Еще приобрела себе вот такие интересные штуки. Смотрите, это вот такой вот бокальчик, а на него надеваются вот такие вот маркеры для бокалов. Все это дело вот на таких вот, как бы это назвать-то, присоски, по-моему, да, они называются. Смотрите, какая прелесть. Можно все бокалы пометить. Это же просто нечто. По-моему, супер. Особенно вот эти вот цветные всякие разные привидения. Конечно, на Хэллоуин это вообще было бы очень-очень кстати, но почему-то в момент, когда как раз планировался Хэллоуин, в магазине таких штучек у нас, во всяком случае, не было. То бы я обязательно приобрела, потому что, на мой взгляд, это, конечно, выглядит очень-очень весело. Классная вещь. Ну и, как обычно, стратегический товар. Это вот такая вот штука, 60 метров, 2 рулона. Классная вещь, всем рекомендую, оформлена просто бомбезно. Хотя я понимаю, что в комнате, для которой они предполагаются к использованию, вряд ли имеет какое-то, наверное, значение для кого-либо. Но, тем не менее, вот мне, например, всегда приятно такие вот вещички найти и домой для собственного уюта и удовольствия использовать. Здесь у нас, по-моему, это бумажные полотенца. Да. Ну, как всегда, просто мне удобно, поэтому я там их всегда и приобретаю. Ну и, наконец, приобрела вот таких вот парочку подушечек. Само собой, это обычный холофайбер. По размеру они не такие уж и крупные, но вот всегда, мне кажется, дома не хватает каких-нибудь таких вот маленьких, уютненьких подушечек, которые, не знаю, можно как-то приспособить удобно, там, валяться там, я не знаю. Ну, в общем, я большой поклонник комфорта и уюта, и, соответственно, ну, не могу пройти мимо вот таких вот милых, нежных, классных вещичек для моего глаза. Ну и, соответственно, вот, собственно, все мои покупки на сегодня. Надеюсь, я ничего не забыла вам показать, обо всем рассказать. Пишите мне, пожалуйста, комментируйте, что вы нашли нового интереса в магазине Fix Price. Это были все мои находки на сегодняшний день. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!